сегодня я расскажу вам офигенный лайфхак, как из обычных локонов, которые все носят, сделать стильные голливудские локоны. Все дело в том, что мы просто выпрямляем концы и оставляем где-то 4-5 сантиметров прямые кончики. Получается, что одну сторону мы выпрямили, и здесь заметно, насколько, во-первых, волосы стали смотреться длиннее, а во-вторых, прическа становится более легкой. Такое ощущение, что это вот такие просто волны. И здесь такая нарочитая волна, которую мы делаем, не знаю, почему мастера очень многие делают, и девочки даже не замечают того, что буквально вот выпрямив концы, можно сделать стильную прическу. Мы продолжаем. То есть у нас получились вот такие стильные локоны. Мы их чуть-чуть залачили, да, и, соответственно, концы можно делать чуть меньше, чуть больше, но уже нет ощущения просто вот накрученных плойкой локонов. То есть есть ощущение, что вот сами волосы так вьются. Нравится вам, девочки, нет? Сохраняйте видео, чтобы не потерять, и обязательно делайте стильные локоны с помощью прямых кончиков.